так вот, как бы мы трубу сжимаем, уже понимаете, все равно у нас по 5 пальцев получается. Видите? По 5 пальцев, да. Вот так вот, выжили здесь. Раз. Подожди, подожди, посмотри еще раз. Вот раз выжили. Желательно снизу вверх. То есть у меня нижние пальцы сжимают, потом верхние. Раз. Корову доешь. Два. Ну да. Только в другом. Если у кого-то была корова, у меня-то была. Молодец, значит, хорошо. Вот видишь? И идем дальше. Это умение, да. Здесь уже нужна достаточная сила пальцев. Сейчас и вот сюда заходим. Мечта о корове. Мои мечтания о корове. Ну, люблю я корову. Большой палец почему держишь? Всеми пальцами работаешь. Вот мизинец. Любить-то вот смотрите, у вас два движения должно быть снизу вверх. Снизу вверх. Снизу вверх. Это уже другое. Пальцами получается? Кольцо, кольцо больше сделаю. Больше кольцом. Была, которая была. Так. Вы же про корову что говорите? Господи, болтушки. Мы только можем тренировать. Да, идите пальцы тренировать. Кого это так не тренируешь? Во-во-во. Что массаж будет отдыхом. Ну правда, он очень тренируется, это руки на корове. Да? Угу. Кто на кошках тренируется, кто на сосках коровы. На вымене, на соски. Угу. Силу рук прям раз, раз прям сильно сжимаешь, сильнее. Некоторые вот показывают лимфодренажный массаж, я знаете, как его делают? Я вот тогда так. Смеюсь, да, вот так, да. Волны. Давайте, давайте я вам покажу. Я в телевизоре это, видела, на передаче да, показывали. Да, это даже, да, на Первом канале показывали, мне, честно говоря, смешно. Ну, в принципе, это мягкая техника, она иногда приятная, да, вот так вот. Ну, есть результат. Вот это же совсем не глубоко, это же что вы там, просто смешно, чего вы там делаете. Поэтому, да, поэтому мы вот сжимаем вот, вот так. Вот видите, как больно, но синяков не останется, потому что, опять говорю, почему? Потому что мы сразу растягиваем все это вверх, идет сразу отток и кровеносных сосудов, и лимфы, и межклеточной жидкости. Терпи, потерпи. Целлюлитный массаж заодно. Почти. Плавно переходящий будет целлюлитный массаж. Давайте еще раз. Сильно так сделайте, чтобы она застонала. Не надо, чтобы я стонала. Чтобы она закричала, дайте мне корову. А, Машка! Мы сказали сильно. Не надо сильно. Дело сильно, пусть почувствует. Она же хотела почувствовать, что это такое. Так, вот если человек вот так вот изгибается, значит чего-то ему не очень. Поэтому по реакции клиента, пациента, приглашенного, прихожего и вашей детки, можете потихонечку так нагрузку уменьшить. Вот здесь можешь сильно. Да. Только внутренне. Можешь сильнее получается, да? Да, у него сильно тоже хорошо получается. У него плотнее, кстати. В принципе, иногда, если клиент крутится, это тоже неплохо, надо просто его предупредить, что это действительно такая болезненная процедура. И знаете еще, как можно сильно сделать? Но осторожно, опять же. Все спрашивайте с позволения клиента. Так. Когда вы две руки сжимаете вот так друг к другу, и проходите, смотрите, вот эти мышцы, да, через одну руку сюда, одну сюда. Получается валик, силикатываете вот так вот, получается. Да давайте уже, Олег, другую, что ли, ногу уже в другую сторону встань. Не, ну они же вдвоем работают. Я только показываю. Пока. Ума. Точно. Ой, не надо, сгорбь меня трогать. Ты сонную артерию сейчас переживем, что она спала просто. Точно ее дергать. Когда человек так дергается, это не есть хорошо. Значит, я вам говорю точно, уменьшить нагрузку надо будет, если человек так дергается. У меня там одни мышцы. Синяков не останется. У меня там одни мышцы. Но они же зажимаются. Все, активировал. Вот. И увеличиваем отток, уже переходим непосредственно к работе с голенью в вертикальную позицию. Продолжается, да, за счет гравитации отток вниз. И мы его усиливаем своими собственными руками. Только надо масло взять. Боишься. И еще одно масло. Расслабь ноги. Ноги расслабь. Вот они свободно болтаются. Пусть падает. Да, поэтому эти занятия прикольные. Весело.
Вот, нога у вас была до этого смазана, просто у нас высыхает быстро масло, быстро расходуется. Смотрите, мы работали здесь, да, масло у нас было с этой стороны, но когда мы подняли, оказывается, со стороны косточки с голени масло отсутствует. Может, у меня кожа сухая? Опять же, да, у тебя быстро впитывается, потому что расслабься, только расслабься. Потому что, да, твоя кожа требует каких-то вот микроэлементов, видимо, которые с масла и прямо подпитываются, видишь, это дополнительный косметический для тебя уход для твоих ножек. А здесь масло осталось. Вот еще небольшой нюанс, секрет, да? Значит, берем отсюда масло, снимаем его, вот, и на руке его растягиваем, размазываем прямо по вот этой фигуре, да? Промазываем. Проходимся одновременно обоими руками. Маша, видишь? И с этой стороны мышцы, и с этой. Можно давить, в принципе, достаточно сильно большими пальцами вот на вот эти мышцы. Те, кто ходит, они, как правило, забитые. От каблуков. От каблуков точно, да-да-да, от каблуков, вот они тут очень забиты вот эти. Они там очень тонкие, там есть. Чтобы помягче проработать, берем, как бы вот так вот, уминаем их туда, оттягивая немножко от косточки. Вниз, вниз, движение делаем вниз. На пяточке, ой, на коленке закруглились, да? Далее прищепку, помните, мы делали? Тут больше, все остальные пальцы не нужны, но мы как бы прищепкой вот, разжимаем вот так вот, одевая ее. Не надо мне так ну, сильно. Ну давайте помягче, давайте. Давайте помягче. Вот так одеваем ее. Так, и опять же тянем вниз. Вниз. Ко мне приходят футболисты, они прям просят еще жестче. Вот эти места у них, да, очень забитые. Им прям нравится, иногда прям, знаешь, мясо оттягивается от косточки, а им прям это как кайф. Вот. Ну, вкусно самое воспаленное от удара. Так, расслабляй. Ногу только не напрягай. Зачем ты напрягаешься? Mm-hmm. Вот, это проработали, косточку так любовно тоже обошли, да? И тут вот есть тоже такие рефлексогенные точки, которые мы акупунктуру называют. Вот. Они тут в пазинках находятся, с этой стороны и с этой стороны. Видите? Эти точки отвечают за почки, а вот сексуальная система у нас вот тут находится. На верхнем своде стопы. Ее тоже вот так вот активно разминаете, прорабатываете. Это, соответственно, вот так. Ну, очень удобно. Видите, у вас как бы скобу делаете из рук, и она вокруг пяточки обходит. То есть вот очень удобно с двух сторон массировать. Это для ускорения процесса. Конечно, там можно вот так вот впиваться в эту точку, а потом эту искать. А зачем, когда можно раз, раз. Я вообще делал сразу двумя руками. Видите, все точки сразу одновременно прорабатывал. О, плечевой план входит. Массажисты отдыхают. Да, и плечевые, плечи у меня заодно входят. Так что, ну, это если времени не хватает, а если надо время наоборот ускорить, ну, соответственно, я могу там поподробнее пройтись по этим точкам. Сейчас я на точке покажу акупунктуру. Но пока вот на этом достаточно. Давайте вот так сделаем. Эй. Так, давайте. Берем масло со стопы и смазываем голень. Вот это рукой. Это неудобно самой. Вот, взяла, смазала. Так, и теперь давайте проминаем. Я сначала мягко. Все массы ладони в эту сторону, в эту, от косточки, от косточки. Так, стой. Мы уже промяли вот эту часть. Теперь ты просто держишь человека вот здесь, да? Так, отходи с моей стороны. И вот смотри, руку расслабь. Вот берем и проминаем вот этой. Да, вот так вот, вниз, да, вниз, диагональ вот так. Обошли коленку, чтобы закончить движение хорошо. Еще раз можешь промять. Угу. Теперь прищепку делаем и по направлению вниз. Вот так одеваем ее. Как бы, знаешь, на билетах. Раз, 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 прищепочки, раз, 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 одели ее вниз, вниз, вниз. Ну, вообще это нормально, но старайся делать, смотри, вот тут, вот за кость заканчивается, видишь, тут впадина есть. Старайся от этой кости идти, вот туда, от косточки, с двух сторон, от косточки. Мясо мы как бы стараемся отделить. Отделяем мясо. Ты тоже нащупал, да? Вот, молодец. Вот, сима сразу получилось. А ты ногу не напрягай, расслабь. Вот, теперь смотри, давай опять просто вокруг косточки любовно и проходимся вниз по всем
волокна мышечные. Они тут, слава богу, сейчас все вертикальные. Да? И вот это прямо можно щупать. Вот волокно прошло, вот волокно прошло мышечное. Прямо прощупываю и там вниз, да, топ между ними. Можно пальцами проникать между этими волокнами. Ты чувствуешь волокна, да? Угу. Вот особенно с этой стороны. Ну, молодцы. Да? Вот. Можно еще ногу положить на плечо. То же самое делать клиенту. С той стороны. Да, ты правильно сделал, только прямо на плечо. Вот. Подсела чуть-чуть, присела. И все. Нога не падает, а вон и вон. И первая согнута нога, другая. Это как бы на камеру это показать? А? Давай попробуем еще. Максим, на камеру просто показать. Да, да, да. Нет, прям уходи. Вот смотрите. Подожди, пока отойди. Вот смотрите, ногу можно по-всякому класть. Можете, например, валика нету, да, положите ее на собственное бедро. Да, и вот начнете обрабатывать. Да. Вот так. Можно положить на предплечье, да? Я говорю, подать вот так и даже вот сюда заходить. Можно положить на плечо прямо, да? Тогда у вас еще лучше. У вас свободно получается двумя руками, да? И можно и вот так сжимать. И можно даже локтями добавить та же самая система лимфотока. Вот видите, как мы сжимаем? То, что мы делали лежа. А, ну и да, и еще отрывать. И вот так можно отрывать. Вот. Выбираете для себя то, что наиболее комфортно, да? Ну, неудобно вам низко стоять. Делайте одной рукой, да? Удобно с какой-то силой, больше нужно применить силы, тогда вот эти системы, они больше вам дадут возможности манипуляции и выдавливания. Да, попробуйте. Взял замок и вытащил, оторвал. Вверх. Вот, еще вверх. Вот. Вот. А, больно. Только не так сильно, Маш. Хорошо. Ей еще мясо надо. Не, пусть. Она любит терпеть. Вверх. Вот так. Зажал и отрываешь. Ну, получается, с подкручиванием. Вот так отрываешь. Вот так вот. Подкручивай немножко. Помягче как-то, я не знаю, я делаю, но у меня никто не кричит. Что, у меня и то мягче получилось? Ну, немножко, да, захват какой-то был пошире. Просто захват шире, и от этого мягче происходит. И движение более правильное, да, если вы будете, да, там, щипаться или как-то передавливать. Просто будет меньше толку, больше боли. А ты еще немножко так вот подкручивай. Ты так делаешь, да? Только еще немножко так. Раз и вверх. Ребята, как здорово смотреть, как вы оттачиваете свою технику. Только смотри, Максим, отставь. То же самое делай, только на шаг назад отойди. Еще прям двумя ногами назад. Да не от стола, а от ноги. Вот. Она все будет меньше лежать, спину выпрямим, выпрямим. Вот. И все будет легче так. Максим, понежнее. Понежнее. Если там будет Олег лежать, будет все нормально. И попробуйте, да, теперь попробуйте всеми локтями, как помните, я вам показывал. Да тут уже можно маневрировать, как хотите. Можно одной рукой, да. Напрест можно. Можно как хотите. Можно вот так вот, как мы не реали. Да? Все пробуйте. Все то, что мы пробовали на спине, тоже пробуем здесь. А я тебя предупреждал, что лимфодренажный массаж тебя приведет к однозначным результатам. Говорил? Говорил. Значит, надо отпустить человека. Нет, нет, давайте мы сейчас домассируем стопы быстренько, да? Давайте. Смотрите внимательно, а я опять пока на этой стороне, чтобы было видно в камеру. Акупунктура особо, здесь можно, да, уже прикрыть, особо знать вам не нужно. В принципе, конечно, это парадоксально, когда мы массируем
пальчик, суставчик, например, в одного пальца на левой ноге, а по сути говорим клиенту: я сейчас твой правый глаз массирую, а теперь правую ноздрю, ты чувствуешь? А теперь правое ухо. Ой, левое, левое, наоборот. С правой ноги на левую, все на перекрестие у нас идет. Не говори уже про другие органы. Ну, есть полно картинок. Мы до них дойдем. Значит, смотрите, опять клиент напрягается, да, чтобы его расслабить и одновременно разогреть сустав. Мы его берем, раскручиваем энергично в одну сторону, в другую сторону. Прямо видите, у меня движение от плеча идет. От плеча идет, чтобы моя рука не устала. А то я, если буду вот так вот через силу... Давай, у меня наказан мерзать. Ну, давай тогда камеру сюда. А, ну ладно. Раз ты так делаешь... А ты хочешь сразу повторять? Угу. Давай чуть-чуть. А так запоминается. Ну да, так лучше запоминается. Подожди, не мешай. Ноги нет. Вот. А, это ты можешь. Ну, что тут запоминать-то, собственно говоря? Покрутили ногу в эту сторону. Немножко камеру подвижу. Покрутили ногу в другую сторону. Далее, смотрите, чтобы не прекращать движение, мы крутим все остальные суставчики дальше, доходя до кончиков пальцев. Смотрите, это всю стопу, да? Теперь взяли за пятку, только ту часть, которая от пятки отделяется, теперь только ту часть, которая к большому пальцу. А мой муж меня всегда заставлял ступни массировать. Теперь молчи, пожалуйста. Все, извиняюсь. Большие. Теперь самый большой палец. Ну, конечно, при этом клиента спрашивайте, потому что могут быть травмированы вот эти косточки, да, или палец может быть травмирован. Теперь отдельно вот эту часть берем и отдельно вот эту. Прямо грубо, не бойтесь. Даже если будет больно, это полезно. Вот так вот друг от друга их. Так бы вы их подсоединяли вот так друг от друга, эта система, да? Вот пополам ровно, деля стопу. Теперь берем.